ООН не спросили. Пан Ги Мун рассказал миру, поскольку беженцев надо принимать в этом году. Правые популисты взялись за дело. Альтернатива для Германии предлагает запретить мечети. Одна нога здесь, другая там. Казахстан просит Евросоюз о безвизовом режиме. Дом на замке. В Германии выросло число квартирных краж. Как защитить свое жилье? Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал страны принять почти 500 000 сирийских беженцев до 2018 года. С таким обращением он выступил в Женеве на конференции ООН по делам беженцев. Пан Ги Мун и Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди попросили государство обеспечить беженцам законное пребывание. Мы должны найти способ разрешить этот кризис более гуманно, организованно и справедливо. Это возможно только если международное сообщество будет единым. Сегодня я прошу, чтобы страны объединились для разрешения миграционного кризиса и нашли возможность принять сирийских беженцев. Нужно обеспечить этим людям гуманитарную помощь, право на жилье, труд, учебу, помочь воссоединиться семьям. Государства пообещали предоставить беженцам из Сирии 178 тысяч мест. Я призываю вас расширить эти обязательства и прошу другие страны присоединиться. Расширение помощи для сирийских беженцев – это победа для всех. По оценкам ООН, 10% сирийских беженцев нуждаются в переселении. Это почти 500 000 человек. По мнению Генсека ООН, это относительно небольшое количество по сравнению с миллионами, которых приютили Турция, Ливан и Иордания. За 5 лет войны в Сирии погибло не меньше 250 тысяч человек. Почти 5 миллионов были вынуждены покинуть страну. Напомним, накануне Международное объединение организаций по борьбе с бедностью Оксфам обнародовало доклад о размещении сирийских беженцев в странах мира. В докладе говорится, что с 2013 года богатые государства разместили у себя 67 тысяч бежавших от войны сирийцев. Это лишь чуть менее 1.5% от их общего количества, которое достигло уже 4,5 миллионов человек. А среди стран, не выполняющих свои обязательства, назвали Францию, Соединенные Штаты, Нидерланды, Данию и Великобританию, в то время как свои обязательства по приему выполнили только Германия, Канада и Норвегия. Альтернатива для Германии требует запретить мечети в Баварии. Члены правого крыла партии в Нижней Баварии разработали запрет на строительство и эксплуатацию мечетей. Баварская пресса сообщила в среду, что партия «Альтернатива для Германии» подготовила новый 45-страничный проект политики Нижней Баварии. В документе записано, что строительство и эксплуатация мечетей в регионе будут запрещены. АДГ собирается обсудить и принять новую политику на своей партийной конференции в Штутгарте в конце апреля. В документе под названием «СМИ. Смелость взять на себя ответственность» говорится, что мечети способствуют не только общей молитве, но и распространению исламских учений, направленных на устранение немецкого правопорядка. В АДГ предположили, что когда авторы Конституции Германии писали о свободе вероисповедания в статье 4, они не приняли во внимание, что религия может спровоцировать преступление и стремиться к мировому господству. Пресса сообщает, что такую политику поддерживают не все члены партии «Альтернатива для Германии». Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объяснил, почему Средняя Азия важна для Германии. Средняя Азия является регионом стратегического значения. В большинстве случаев, находясь в тени международного внимания, здесь сталкиваются интересы крупных региональных держав – России, Китая и Ирана. По словам министра, регион располагает огромными экономическими возможностями и значительными рисками для стабильности, которые не могут быть нам безразличны. В то же время существует большой потенциал в деле укрепления наших общественных, культурных и экономических связей со странами Центральной Азии. Вот почему так важно, что Германия ведет активную деятельность в данном регионе, подчеркнул Штайнмайер, который посетит с официальным визитом Узбекистан, Киргизию и Таджикистан, где проведет переговоры с политическим руководством республик и встретится с представителями гражданского общества. Посольство ФРГ в Ташкенте уточнило, что в ходе визита основное внимание будет уделяться вопросам борьбы с терроризмом, региональному сотрудничеству и экономической взаимосвязи в рамках ОБСЕ. Казахстан попросил Евросоюз о безвизовом режиме для своих граждан, совершающих поездки на 15 и 30 дней. Об этом заявил казахстанский президент Нурсултан Назарбаев по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. «Я попросил господина Юнкера, чтобы безвизовый режим, который Казахстан сделал для граждан ЕС на поездки сроком на 15 и 30 дней, был зеркально отображен и для наших граждан», — сказал впоследствии он. Напомним, Казахстан отменил визы на краткосрочные поездки для граждан Соединенных Штатов и
большинства стран ЕС еще в июле прошлого года. Этот режим пока носит временный характер и введен сроком на 1,5 года. Кроме Казахстана, на либерализацию визового режима рассчитывают также Грузия и Украина. Международный аэропорт Брюсселя сегодня не откроется, об этом сообщается на сайте аэропорта. Ранее также сообщалось, что в международном аэропорту пока вообще не могут назвать дату возобновления работы. После терактов 22 марта он принимал только бизнес-авиацию, военные и грузовые рейсы. Сотрудникам не удалось возобновить работу после недельного перерыва. А вчера даже провели ряд финальных учений. И окончательным этапом было получить разрешение органу власти на открытие. Именно здесь возникли проблемы. Власти посчитали, что безопасность пока на недостаточно высоком уровне. Напомним, жертвами взрыва в аэропорту и метро Брюсселя неделю назад стали 35 человек, еще почти 100 остаются в больницах, 55 в реанимации. Тем временем комиссия бельгийского парламента по борьбе с терроризмом согласовала три важные меры, предложенные правительством, которые расширяют возможности правоохранительных органов. Речь идет о возможности проводить обыски в любое время суток. Нынешний закон позволяет это делать только до 21 вечера и с 5 утра. Депутаты согласились также с предложением расширения особых методов расследования, в частности, телефонное прослушивание в борьбе против незаконного оборота оружия. И третье предложение предусматривает создание общей базы данных различных служб, которые взаимодействуют в борьбе с терроризмом. В первую очередь полиции, разведки и органов, которые анализируют существующие угрозы. Количество квартирных краж в Германии выросло до рекордного уровня. В 2015 году полиция зарегистрировала более 167 тысяч квартирных краж. Это почти на 10% больше, чем годом ранее. Наибольший рост такого рода преступления наблюдался на севере и северо-западе Германии, в Гамбурге, в федеральных землях Северной Рейн-Вестфалии и Нижняя Саксония. Начальник полиции Бранденбурга, где количество краж возросло на 11%, считает, что дело в беспечности жильцов. В национальном масштабе в 4 из 10 случаев попытки взлома заканчиваются неудачно. В Бранденбурге эта цифра составляет лишь 3 из 10. Это означает, что владельцы практически не защищают свои дома. А вот в Баварии количество квартирных краж уменьшилось, что очень радует министра внутренних дел этой земли. Количество всех зарегистрированных преступлений в Германии в прошлом году выросло на 4% по сравнению с 2014 годом. 40% всех нарушений закона – это кражи. Кроме домушников, активизировались также карманники и воры торгового оборудования. Количество таких преступлений возросло на 7%. Желудки кашалотов, найденных на побережье Германии, были забиты пластиком. Ученые были шокированы, когда в ходе вскрытия 13 кашалотов, выбросившихся на берег, обнаружили содержимое их желудков. В них нашли 13-метровую рыбацкую сеть и 70-сантиметровый кусок автомобильного пластика. Однако, по словам ученых, причиной смерти млекопитающих послужила сердечная недостаточность из-за голода. Эти данные показывают нам результаты деятельности нашего ориентированного на пластик общества. Животные потребляют пластик и пластиковые отходы, которые заставляют их страдать и в худшем случае заставляют голодать с полными желудками, сказал министр окружающей среды земли Шлезвиг-Гольштейн Роберт Хабек. Отмечается, что все кашалоты были самцами в возрасте 10-15 лет. Животные были сильно истощены, ведь весили всего около 15 тонн, когда средняя масса кашалота составляет от 32 до 41 тонны. Эксперты полагают, что сильные штормы на северо-востоке Атлантического океана вынудили мигрировать источник пищи для китов в Северном море. Они последовали за ним и оказались на мелководье, где умерли от голода. Эксперты полагают, что сильные штормы на северо-востоке Атлантического океана вынудили мигрировать источник пищи для китов в Северном море. Они последовали за ним и оказались на мелководье, где умерли от голода. Принц Уильям и герцогиня Кэтрин посетят Тадж-Махал, сообщил представитель британской королевской семьи. Им обоим не терпится увидеть одну из главных достопримечательностей Индии. В шестидневную поездку пара отправится 10 апреля. Новости заставили многих вспомнить знаменитые кадры визита к мавзолею мечети матери Уильяма, принцессы Дианы. Тадж-Махал был построен в Агре в 17 веке Шах-Джаханом в память о жене, которую он обожал и долго оплакивал. Этот снимок, сделанный Дагом Караном в 92 году, появился во всех мировых газетах. На фоне символа вечной любви Диану запечатлели в одиночестве. Ее муж, принц Чарльз, в Тадж-Махал с ней не пошел. И все восприняли это фото как верный признак неминуемого развода. Диана и Чарльз расстались спустя несколько месяцев. Они прожили в браке 15 лет. Принц Уэльский после этого несколько раз был в Индии, но никогда в Тадж-Махал не приезжал. Уильям с женой побывают там спустя 24 года после визита Дианы.